Всем привет, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. С вами, как всегда, Нина и Вовчик. В общем, у меня сегодня очень вкусный ужин. Приготовила свою знаменитую фирменную рыбу в омлете. Очень вкусная. Ну, Вов, ну дай красивенько, блин, сделаю, представлю. Вот ведь уже колбасу жрет. А вот, в общем, приготовила тилапию. Вот, обжарила ее с омлетом. И вот у нас немножко плова. Вот, вчера осталось. И вот здесь вот колбаска. Видите, как красиво и вкусно. Всем приятного аппетита. Все, всем приятного аппетита. Вам очень кушать хочет. Рыбка обалденная получилась. Смотрите, у меня, видите, омлетик такой классный так встал. Ой, у меня самой слюни текут. Рыба нежнейшая получается. Замороженная нет. Да. У меня, кстати, вот здесь сейчас на тарелке 120 грамм риса с тушенкой говяжьей. Вот. И, соответственно, 230 грамм рыбы с омлетом. Ну, все зависело. Да. Ну так, немножко. Горничка. Гречку с рисом. Очищенная. Ага. Вчера делала. Вкусно, кстати. Получилось. Ну, вчера, конечно, когда горячее, было вкуснее. Вот такой у нас, можно сказать, белковый ужин. А тут конина. Конская колбаска. Я, знаете, что-то мы никак не дождемся колбасы от Наташи. Вот решили взять сегодня. Тебе сказали, ближе к Новому году будет готово. Неплохая. Она делается долго. Угу. Полгода. Рыба просто пушка. И омлечку. Омлет обычно 4 яйца. Прям буквально 100 грамм молока. Вот. Что еще? Соль, перец. Все. Рыбку в муке. Соль, перчик. Обжарила с одной стороны, перевернула. Буквально минутку и взяла омлет. И под крышку. И все. Очень вкусно получается. Вот приготовила. Сколько у меня? 700 грамм рыбы было. Хотя 700 грамм замороженной. Потому что, говорю, вот у меня... Там 600 с чем-то. Там же было... Я на 4 части, по сути, разделила. Где-то вот получается, у меня 230 грамм рыбы с омлетом. Вот, и вала она побольше. Ну, и на завтра еще осталось. Мы ставили неделю на упаковку, там было написано замороженный столько-то, а без льда столько-то. Там 600 с чем-то. Ну, короче, там не так много. Мне такая рыба нравится очень. Я можно есть вообще как самостоятельное блюдо. Я раньше, когда одна жила, частенько такую рыбу готовила. Правда, рыба такая была дешевле. Несколько раз. Сейчас тилапия дорогая. Но мне еще нравится. Она такая, знаете, белая и нежная получается. Именно в омлете. Обалденно. И рис. Мне очень понравилось тушенку в разных вариациях. То с рисом, то с гречкой, то еще с чем-то. Короче, пушка бомба. Ты знаешь, мне такая рыба больше нравится даже, чем вот какая-нибудь дорогая. Типа там форель, лосось, по 2-3 тысячи в килограмм. Это вот дешево все где-то. Сегодня не дал, да? Как быстро вырос. Ну, вообще цены капец. Последний раз в неделю вот это вот филе. Ну? Это хвост с того части. Разделанный, да? Ну? Это с кожей. Было 1990. А сегодня уже 3. А сегодня уже 3900. Нет, 3. Да. Офигеть. 3 ровно. А по-моему было 2200. Если не ошибаюсь. В общем, выросло на 1000 веск. Ну, да. Так а что ты хочешь?
Вон, Дорадо была последний раз, когда брали, 800. Ну, там понятно. Сейчас она 1000. Этот, а да, она из Турции идет. Понятно. Если бы это наш был. Мне страшно представить, что будет к Новому году. Мне кажется, там такие цены будут, капец. Блин, у нас столько рыбы ловят. Где она вся? Фиг ее знает. Ну что, я запаслась продуктами. У нас, вон, говорю, в холодильнике и мясо, и рыба. Все есть. И мышь висит. Там, прилично. Какая птица, да? А тут сыр себе взяла. Плесень. Обожаю. За благородный. Кайф. Горгонзола. Ну, прям вкусненько. Идем в это, видишь, белковый ужин получился. Почти. Ну. Так а что, в тушенке, считай, говядина. Там меньше риса, чем мясо. Вот. А здесь рыба, считай. Яйца, белок, это все. Ну, там жиры есть. Жиры тоже. Здесь же не чистый белок. Ну, это понятно. У меня к тому, что здесь достаточно много белка. А то, чтобы вот хорошо и полезно было. Кстати, для организма вот этот рыбий жир, он полезен. Угу. Он быстро усваивается и прочее. Рыба просто нежнейшая. Девочки, ну, смотрите. Ну, так. Она никак прям вот, не влияет. Видите, она прям вот, она прям разваливается. Эти кусочки. Обалденно. Просто тает во рту. Обалденно. Вон, взяли в этом, в Ашане, что ли, каждый день. Дорого получилось. Там за морозки 200 рублей, что ли? Всего лишь. Так утром достала, еще вчера, правда, разморозилась. Свежей нету, но нет, свежая периодически бывает, даже с паревином. Ну там, в основном, даже не тилапия, там это... Как пишут, пангачи. Во-во-во. Хотя такой рыбы нет. Хотя нет, это вот это пангачи. А там тилапия, которые тут маленькие такие, они как это, дозированные. Я тут такая большая. Как помнишь, мы глядели передачу? Нас зачастую в магазине пишут название рыбы, которой вообще нет. Точно. И пангасиус нет такой рыбы. Если что. Это как это отряд. Или как вид. А много рыбы, знаешь, продают вообще без головы. Потому что она, знаешь, это, типа, страшная голова у меня. Зубатка, знаешь, например. Еще там кое-какая. Сом. Ну, сом вообще нормальный. А некоторую рыбу можно встретить только без головы. Сейчас немножко похолодает. Можно съездить на рынок. Рыбу купить? Там есть рынок у нас один. Где зимой продают рыбу всякую разную. Замороженную. Вот я знаю, не на Дальнем Востоке, а где там? В Якутии. Смотрел как-то передачу про это, у тех края. А вот, в общем, смысл в том, что там рынок такой, знаете, и там вот рыба продают, особенно зимой. Там просто вот лежат, вот, я знаю, как поленья рыба. Да. Приходишь, выбираешь. И все. Тебе прям рубят, как это, как трава, вот так, оп, оп, стоит. Камушками. Решил взвесить порцию. Считай, минус 40. Там она быстро ментально застывает. Как
вообще рыбка. Вкусно. Обалденно. Говорю, я эту рыбу больше так люблю. Она самая вкусная. И рис. Хочешь с тушенкой? Кстати, знаешь, что можно сделать? Как тебе мама вкусно делала пирожку? Хочешь тебе? С тушенкой. У нас теперь можно сделать. Очень вкусно получается. Просто в пюре добавляют тушенка. Очень вкусно. Тоже как гарнир. Как самостоятельно или как вообще. Блюдо само по себе. Я первый раз попробовала только, когда к Вовану пошла в гости. Тогда. Вот мама готовила мне такую рыбку. А, не рыбку, а это картошку. Это очень понравилось. Я себе взяла на вооружение. А вообще домашняя еда, она самая вкусная. Самая вкусная, полезная и клевая. Я вот здесь, знаете, прям вот капельку масла добавила для обжарки рыбы, чтобы не очень жирно было. Великолепно все. Пожаришь сама по себе. Это вообще кангасиус вот такой самый жирный. Даже не умел картошку приготовить. Чего? Жареную. Она получалась у тебя пареная. Я уже давно-давно научилась. Научил не ты меня. Так что не надо себе тут прикручивать. Чуть тут салат-то вперед съел. Ждешь мой? Да. Где моя доля? Я себе возьму и съем весь салат. Салата. Все вкусно получилось. У меня капуста оставалась. Кстати, у нас там еще полкочана. Ел себе витамины. Кстати, точно. Морковь есть, капуста есть. Лук. Лук есть. И яблоки. Яблоки точно. Зеленые. Не, яблоки лучше не делать. Лук, кстати, не будет. Можно вот как ты делаешь. Маринованный такой. Немножко уксуса. С уксусом, да. Немножко сахарочка. Такой а-ля витамин. Вот точно завтра сделаю. Соль, сахар. Укс. Ну, просто там еще полкочана, ну, откуда-то здесь. Или можно порезать его и холодной заливкой осолить. И пускай стоит сутки. Через сутки можно есть. Салат? Да. Тоже. Чуть подмаринованное будет? Ну, он горячий, заливкой это делаешь его. Он остывает, впитывает все это. Причем там этот салат можно, в принципе, несколько раз съесть. Ну, в плане того, что он настоится, будет только вкусно. Он с морковкой идет. Свежий. Ну, завтра идем. Просто надо куда-то капусту применить. Хотя, с другой стороны, у меня там сосиски есть. Да. И капуста. Точно. Тушеную капусту сделаем с сосиской. Если они не сдохнут, сосиски до этого времени. Можно в этом сделать. Хочу тушеной капусты. Давно не ела. В этой? В мультиварке. А, да? Я что-то вот, кстати, знаете, раньше вот часто готовили мультиварки. В мультиварке лучше получается. Она прям так утушивается хорошо. Последний раз мультиварку, по-моему, год с лишним назад доставали. Как раз, кстати, делали мясо по-булгунски. И... Это тушеную капусту, да. Только с мясом. Короче, давай тушеную капусту. Хочу тушеную капусту. Окей, нужно что? Там, короче, полкочана. Морковь есть, есть. Лук есть. Есть. Томатная паста есть. Перец. Перец есть. Целый. И сосиски туда порезать. Сосиски последние, что-то должны быть. Ну, все. Знаешь, чтобы ничего не пропало, думаешь, что приготовить. Мультиварку включил, пускай варит. И готовит. Блин, вкусно все.
Я жду, где моя гнезда. На, дышь. Я просил салат. Ну не лезь меня. Вместе салат не дай. Забирай. Все, уже объелся. Слушайте, я думала, много ем. Взвесил 350 грамм всего лишь. Так что много. При условии, что здесь много белка. У тебя еще сыр лежит. Это рост. Подорвался. Он там... Знаете, какая редиска? Он сейчас делает так. Он кладет салат ровно. А себе нет. Потому что у него уже не лезет. А у тебя лезет. Знаешь, что я ему все равно дам? Ну, чтобы она не испортила этим. Авокадо. Вот такой сыр, мне кажется, очень вкусный, знаете, чем с кофе. С кофе. Такой сыр. Да, он, кстати, такой не ел. С этим. С чем? С белым вином. И это тоже. Кстати, там стоит. Знаю, знаю. Уже с полгода. Ну вот оставь колбаску, как закуску, сейчас под какой-нибудь фильмик. Можно. Вкусно. Большой еще не написал. У нас полбутылки вина. Красного. Надо бы допить. Я ему сегодня пиво не дала взять. Я хотел пиво взять. Я говорю, нет. Ничего. Наелся. Больше сыр? Вообще нет. Не авокадо, не сыр. Авокадо жирное, нельзя. Ой. Сыр тоже жирный. Мне только можно до 30-35%. Слушай, сыр. Вот ты ешь сыр, который я режу, он 50%. Да? Да. А почему ты мне не сказал? Я думаю, 35%. Это поймешь. Ну, видите, как издевается. Да. Мне, блин, врач сказал, сыр 35%. Я? И более. Когда я такое говорил? При тебе говорил. Врет и не красивый. В редких случаях 50. А врет и не красивый. Блин, соленый все-таки сыр. Очень сильный. Чего ты колбаску не ешь? Как ты сказала, оставить. Можно еще положить. А, ну ладно, да. Все хорошо. Ой, короче, ужин великолепный. Все вкусно и приятно, как мне любил говорить отец. Все, ребячки, любим всех, целуем. Всем хорошего настроения, болезни не скучать. Увидимся. Пока-пока.